Здравствуйте, дорогие любители годных ICO. Мы продолжаем с вами рассмотрение проекта Orbis. Это одна из очень перспективных инвестиционных финансовых платформ, которые представляют ряд услуг как цифровых, так и физических, то есть с выпуском карты. И давайте же посмотрим на токен сейл данного проекта. Начался он 1 мая, закончится 29 июля. Принимаемые валюты — это евро, доллары, биткоин и эзериум. Ну, то есть самые популярные криптовалюты и самые популярные фиатные валюты. Так, минимальный, то есть, ну, софткап 500 тысяч евро. Один Orbis равен половине евро. И на данный момент мы видим продано 3 803 534 токена Orbis. И чтобы узнать, сколько это в евро, можно поделить на 2. То есть можно сказать, что софткап уже собран. Закончится вот здесь таймер через 60 дней, то есть практически 2 месяца. Мы видим здесь разные стадии бонусов, то есть вот начальная, вы получите бонус 45%, но вам нужно купить на сумму от 25 тысяч Orbis, то есть это 12,5 тысяч евро. И в самом конце от 1 Orbis, то есть от пол евро, и будет не такой уж большой бонус. Далее мы видим распределение средств, которые будут собраны. Довольно интересно сделано. То есть вот в таком закругленном виде. Не, давайте с вами сначала дистрибуцию токенов посмотрим. Самая большая часть, 62%, это пресейл. Ну, то есть, ну, это, наверное, весь токен сейл, я насколько понимаю. Далее 20% на правовые, я так понимаю, нужды и на, собственно, поддержку проекта. Команда получает 10% и 8% реферальная программа. Далее здесь 30% маркетинг, 20% разработка блокчейна. Получение лицензии еще 20%. Далее легализация. Это у нас 10%. 10% IT. 5% исследования. Ну и вот, вот таким образом будет происходить токен сейл. На этом мы видео с вами заканчиваем. Мне кажется, вас должен заинтересовать данный проект, потому что он представляет довольно неплохие возможности. А на этом все. Всем удачи, инвестируйте свои деньги правильно.